Доброго ранку, дорогі друзі! Сьогодні я знову запрошена в гості до чудової людини, до Наталії. Це моя подруга з Молдови, і вона сьогодні буде показувати, як готують кабачки. Ну, начебто звичайні кабачки, але вона сказала, що є якісь секрети саме молдовської кухні, які роблять страву з кабачків дуже незвичайною. Ну що ж, рушаємо разом в гості до Наталії. Так, мы нарезали кабачки. Вот так он. Да. Это получается примерно от полсантиметра до сантиметра где-то толщина. Mm-hmm. Ну, 0,7 будем так говорить. Так, и мы их будем жарить. Так. На сковородке? На сковородке. Угу. И есть какой-то секрет именно в жарке кабачков, Наташенька? Нет? Они только соль. Может, только ничего. Солью, без муки, без ничего, да? То есть мы их не обваливаем. Да. Угу. Масло берем. Угу. Подсолнечное. Ну, правильно. Отлично. Это у нас чугунная посуда, да? Чугунная. Чугунная посуда. Так, и будем солью немножко. Ага. Чтобы оно не брызгалось. Прямо туда в сковородку. Потому что если она брызгается от воду, от сока, что есть. Ух ты, точно, точно, точно. Когда солишь кабачки, потом кладешь на сковородку, очень большие брызги. Ребята, видите, какой секрет интересный? В сковородку посолили, и теперь выкладываем кабачки. Посмотрим, какая будет красота. Ну вот, посмотрите, до какой красивой корочки жарятся кабачки. Прям золотистая такая корочка красивая. Красота! И на вторую сторону полосами. Ага. Будем жарить. А потом что? Потом ложим в кастрюльку. Ложим в кастрюльку. Но тут есть какой-то секрет. Ставим это самое до конца, потом секрет пойдет. А потом секрет пойдет. Хорошо, заинтриговала Наташенька. Ух ты! Вот у нас пол кастрюли кабачков пожаренных, да? Вот мы выключаем... Плиту. Ну, сковородку выключаем. И обратно все выкладываем? Ага. Но сковородка уже выключена. Огонь уже не горит. Ага. И может быть тогда что получается, вот когда они лежат уже в сковородке, которая выключена? Немного они будут светиться. Как тушиться немножко, тушиться, да? Ага. Угу. Ух ты! Ух ты! Как все-таки это красиво смотрится. Красиво смотрится. Но мы все вкусно будет. И вкусно будет, но мы все помним. У нас осталось немножко сока такого, да? Сока. Ну, его не выбрасываем. Ага. Мы его оставляем. Мы, да, оставляем. Это поставим в крышку. Так, а что мы тут делаем? Чеснок готовим. Ага, готовим чеснок. Для кабачков. Чеснок готовим для кабачков. Так, чеснока, я смотрю, мы много заготавливаем, да? Ну, большая очень вот сковородка. Вот таких. Два зубчика. А, два таких. Угу. Для... Две головки вот такие нам надо. Две головки. Я говорю, зубчики. Зубчиков много. Зубчики, головок много. Две. Лука. Это чеснок. Так. Привет. Так, и мы это все в кружечку, да? Значит, мы вот сейчас уже весь чесночок туда вот, да, сделали через чеснокодавочку. И теперь что мы делаем? Ложку уксуса. Так. 6%. 6%. Столовую ложечку, да? Вот так. Ага. А может, 2 ложки. А может, и даже чуть-чуть больше? Ну да, потому что там чесночка, в общем, достаточно много. Ложим еще соли. Ага, соли чуть-чуть. Ух ты. Немножко воды.
И немножко воды? Вот это и... И вот сейчас как раз пойдет тот сок, который остался от кабачков. При жарке кабачков вот этот сок мы вылили сюда. Ой, как интересно. На вкус он должен быть. Какой? На вкус? Соленый. Немножко соленый должен быть на вкус? Да, потому что мало соли там. Ага. Все, это... Это уже пропарилось, вот. Протушилось. И это немножко так. Ага, поливаем. Оно, получается, должно пропитаться вот этим запахом, вкусом, да? Интересно. Ребята, так у нас точно не готовят кабачки. У нас как-то в муке обжаривают, любят с чесноком, но все-таки с майонезом. А тут вообще... Ага. И даем огонь? Она должна все... Ух ты! Ух ты! Ага. И как долго оно еще на огонечке стоит? Две-три минутки. Да. На маленьком огонечке, да? Какой будет? Ну, то, что было на начерке. Ага, все. Видите? Ага. А ну. Да, вижу, закипело, видите? Закипело. Закипело. И вот оно так две минутки, да? Видишь? Немножко и... Оборачиваем, чтобы оно было и... Все пропиталось. Ну, ребята, интересно, пока. Буду загадывать желание. Такого я не ела еще никогда. Чтобы она что-то немножко. Ага. 3 минуты, вот так. И беру кушать. Ура! Торжественное выкладывание на блюдо кабачков, которые уже пропитались. Запах идет аж сюда. А ну попробуй. Сейчас попробую. Сказали, надо пробовать. Так, ну что, я начну с маленького. Видите, тут чесночок есть. Такой необычный вкус. Ну, я что теперь говорю? Вообще на кабачки не похоже. Похоже. Я не могу понять, на что похоже. Это вообще не кабачки. Вкусные. Вкусный какой-то совершенно другой овощ. Но не кабачки. Очень вкусно. Но это... Ну вот если бы я не знала, что это кабачки... Как будто мясо с чем-то. Да, вот как будто какое-то мясо, но не могу понять какое. Очень нежное, очень мягкое. Это готовится со вкусом, чтобы кушали. Потрясающее молдавское блюдо. Кабачки вот с чесночком. И уксус там, да, присутствует. Внимательно посмотрите, как мы готовили. Попробуйте сделать сами. И звоните мне. Пишите отзывы. Да. А я позвоню Наташеньке. И мы почитаем вместе и порадуемся вместе с вами. Потому что на самом деле это нужно пробовать. Рекомендуем мы с Наташенькой.